Добрались, засигнались. Давно обещал. На Фиренхангер все планы подиспортил. Пикселяч должен быть годный пикселяч. Survival Horror. Здорово, Спук. Здорово. Жара у нас продолжается, Кондей, как обычно, не справляется. Здорово, Михан, да? Сейчас будем выигрывать. Надеюсь, он нормально играется на вот этом. Здорово, Вилорец. Здорово, Ченджмен, Кримити. Такс. Настройки настраивал. Графика. Можно ухудшить качество картинки. Здорово, Сант. Здорово, Лайтнет. Роскус. Давайте начинать. Назад. Нет, стоп. Авто. Как мне выйти теперь? Игра. Игра. Я хочу выйти. Мышка есть. Вторничный стрим, да. Есть такое. Привет, Адеуш. У него весь рот в пикселях. Вкусно, потому что. Начать. Здорово, Кость. Здорово, Кэл. Микмастер. Проснись. Wake up. Чтобы я так просыпался. И все. И мы ходим. Мне нравится. Мне очень нравится в очень, во многих таких играх. Инди. Просто 5 секунд вступления, и все, ты в игре. Дальше ходи. Там же она игра. Survival Horror. Проснитесь. А я и не спал, да. Так, ходить можно, бегать можно. Двери подойти можно. Что от меня хотят? Я что-то нажал. Да? Нет? Да? Другую кнопочку от меня хотят. А, это просто у нас менюшка, понятно. Я пытаюсь разобраться в управлении на геймпаде. А, не знаю, по станции, смотря как пойдет. Не ступни. Каблуки, версия 2. Понятно, наверх. Стрелочка, я понимаю, наверх, но нужно нажать было для этого X. Журнал. Что пишет? Руководство по эксплуатации судна типа Пенроуз. Суда типа Пенроуз народного флота Евсаны представляют собой недорогие корабли для исследования космоса и применяют за пределами Солнечной системы при поиске планет и лун, пригодных для заселения или богатых природными ресурсами. Цель обеспечить непрерывный рост нашей великой нации. Новый геймпад? Да нет. Старый. У меня один сломался, у меня их два было. Все суда Пенроуз пилотируются гештальт-офицером разведки, которому помогает реплика. Специализируешься на наземной разведке и корабельной технике, ЛСТР. Такая партнерская система подразумевает сотрудничество гештальта и реплики. Доказала свою успешность в ходе многочисленных разведывательных операций прошлого. Обоюдный контроль и поддержка позволяют добиться оптимальной эффективности как гештальт-офицера, так и реплики технику. Это судно с помощью орбитального рельсотрона Господи, зачем? За что? Катапультируется в направлении периметра от Солнечной системы, пилот может скорректировать его курс с летной палубы. Реплика занимается поддержанием исправности техническим систем судна.
Ух, стрим чтения, да. Так, не хочу больше читать. Окей. Кнопочки. У, шлейф. Один, 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 один. Но это я знаю. Какие приятные анимации, хочу сказать. Все, и сделано. Опять еще читать, да. Что показывают? Тема диагностики реагенной капсулы. Окей. Нам нужно найти пароль. Здорово, не стоим. Смел, здравствуй. Антиутопия? Да, вроде бы. Я не особо спойлерил. Я увидел обзор по игре. Посмотрел 5 минут и думаю, нужно поиграть. Кровавая записка. Грязная страница из дневника. По-моему. Проснулась от криво в каком-то клубе. Все думала, Эльстер 3 при... Ага, на человека, который терялся. Иногда у меня такое чувство, что дом. Понятно. 10 человек. Здорово, Джастин. Я этого умудрюсь пропустить. Сейчас бы читать, уметь. Койка гештальт офицера. Понятно. Данные удалены. Здорово, Ингокемик. Замок сломан, дверь нельзя открыть. Давайте искать код. Записка. Особенности, ремонтный логический модуль. Господи, реплики типа такие же, как вы, служите. Я так понимаю, мы реплика. Вот тогда полуробот. Поэтому нам в начале игры так про это расписывают. Весь функционал. Хай, Космос Кост. Привет, Массаурус. Так, нажмите E, чтобы войти в соответствующее меню. С помощью выберите предметы, которые хотите отремонтировать. Нажмите, чтобы открыть командное меню. Соединить. Ага. 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 Блин, ну это слишком сложно для меня. Вот типа... Я вот не, наверху не очень понимаю по поводу слотов. Карта есть. Модули. А что там нажать для... Есть предмет. А, это и есть предмет. Есть предмет. Наверху у меня предмет, я так понимаю. Да. Гностика. Модуль. Нет модуля. Станция 15, да-да, она самая. Изучить. Монитор станции разведбот. Да. Статус обнаружен критический отказ системы. Местоположение поверхности неизвестной планеты. Отчет. Статус команды. Та-та-та. Нет сигнала ни у кого. Реплика модуль. Активно. Угу. Из-за жесткой посадки произошло повреждение критической системы. Внимание. Температура поверхности критически низкая. Воспользуюсь защитным снаряжением во время ЕВА-операции. Внимание. Температура поверхности... А. Я его читать умею. Спасибо. Так. Здорово, Гочкат. Здорово. Изолента. Скотч. Да. Все, и вот, вот этим-то мы корабль и починим, чат. Вот все. Так, по кнопочкам можно потыкать? Нельзя. Жаль. Все. Есть лента. Так, она у меня... Вот, наверху появилась, ура. Точнее, я ее могу с чем-то соединить, если что, ничего найду. Но... Ну, пошли искать. Ученица, да, здорово. Здесь хотя бы нет голода. И страха. Это тоже двери. Закрыто. Открыто. Из Little Box. А те... Вау. Чат, до чего прогресс дошел? От первого лица. А-а-а. Ку-ку. В шкафу хранится Ева-скафандр. Понятно. Так, как назад. Прохождение Финхандера на харде? Я что-то попытался, мне не понравилось. За Энки хотел S-концовку сделать, но такой, да ну нафиг. И пошел играть за Олсу во вторую часть.
Карточку, говорит. А шлюзы дайте. Понятно, понятно. Че, задом пятимся? Задом пятимся. Первое лицо еще не докодили. Прохождение бронта безудельным. Что-то сразу. Нормально же общались. Я пока не готов столько читать. Очень странное управление. Ну, вот эти старые эти квесты напоминают. Когда непонятно, что где можно приблизить. Культ управления хранительным шлюзом. Из-за жесткой посадки произошел критический системный отказ. Стес, бронты. Жрать на все кнопки. Понятно. Пульт управления кораблем. Что-то на китайском. Судя по этим данным, вряд ли он сможет залететь снова. Окей. А есть здесь есть что-нибудь? Опа, фотография. Наполнение монитора посадки и стыковки прикреплена выцвевшая фотография. Забрать предмет фотография. Забрать. Очень предмет фотография. Это наш гештальт-офицер? Да, ну вот, монитор-то скотчем мы и починим. Видимо, нет. Вопрос. Вопрос, что делать? Фотография, сделанная на самопроявляющуюся пленку. А, вот оно что. Вот оно как. Как мне нравилось в старых играх, когда предметы не просто... ну, раньше просто картинка была. И тут в определенный момент кто-то придумал, что их можно крутить. И понеслась. Новый уровень головоломок. Так, я уже забыл, что там было. А, да, фотография. Открывай. Что у нас тут? Ничего. Да? Не туда? Кто может танцевать? Записка. Внутри криогенной капсулы лежало две половинки разломанного ключа. Ну вот, скотч пригодится. Ключ от шлюза. Так, соединить. Вау, работа, как новый. Не знаю, о чем навязалось System Shock, напоминаю. Ремейк System Shock вышел, да? Мне что-то про него говорили вроде. Я не играл. Ни в первый, ни второй. Так, доступ. А, получен. Да. Да. Так, кстати, стоит поиграть. Именно в ремейк, да? Здорово, Регил. Я же робот. Зачем мне это? Главное, грудной отсек побольше. Сибирь. How far into this game are you? Just started. Закон 2 открой, да? Дарный айсбокс. И пошла. Теперь be like, да. А у меня чаёк. Купил тут на днях пуэр. Давненько не пил. А, идти надо. Где мультилевел? Не бойся, сейчас провалимся.
ну, всем известно. 12 обсидиана. Давай, доставай зажигалку. Телепортируемся отсюда. Базуку пропустил. Ступеньки специально для наших ног, мне кажется, сделаны. Ты же музыка Бранте играл? За окном играет какая-то музыка, надеюсь, ее не слышно. А вот и мультитил левел, про который хотели. Странная дыра, которая ведет глубоко под землю. Конечно, залезть. В глубине что-то тускло мерцает. Спуститься в дыру? Да, на дно. Лучшая идея в жизни. Неизвестную дыру залезть. Хочу сказать, приятные пиксели. Приятные. Мне нравится. Книжечка. Опять куча текста. В столе лежит книга. Кажется, она очень древняя. Она словно зовет меня. Ну, некрономикон, не иначе. Это отсылка к Фиренхангер? Я знаю, что есть... Есть как бы книга прям написанная «Король в желтом». Я не помню, кого она. Но и Фиренхангер именно отсылка на нее. Это тоже. Блин, ребята играют на клавесине скрипки за окном. Если бы... Подготовка к отправке сообщений. Некогда Wi-Fi не робит. Ахтунг. Три, девять, четыре, восемь, шесть. Час запомнили? Вырубай, это моя кредитная карта. Девять, восемь, четыре. Диспер. В геймпаде. Глава первая. Синхронизация. Я почти знаю немецкий, получается. Угу. Все понятно. Кто-то ты выглядишь полноватой в это зеркале. Чат, знаете, ради чего вот это вот всю физику зеркала делали? Показываю через 3, 2, 1. Я проделал такой большой путь, чтобы найти ее. Теперь повернуть назад нельзя. Да-да-да. Так. Должны быть закрыты изнутри. Как во всех хоррорах. Понятно. Пошли отсюда. Вот куча. Пещерка, это копия твоего персонажа в отдельной комнате, да? Еще Дюк Нюкен так сделал.
Так, лифт не по... Лифт на поверхность. Мне не нужно возвращаться. В смысле? А, к окошку на стойке прикреплена ключ-карта с запиской. Из-за нехватки персонала просим всех вновь прибывших зарегистрироваться в аудитории 4C на северо-востоке. Я все пропустил, да? Да, забрать. Тут на что? Чтиво. Добро пожаловать на объект С-23. Серпийский. Министерство АЭОН вас отобрали или выбрали для перевода на объект С-30... Цифры. Как читать цифры? 23. Серпийский. Да, располагается на Ленке, которая считается фронтиром Солнечной системы. Это идеальное место, чтобы начать все заново. В нашем престижном училище вы получили новые навыки, которые определяют ваше будущее. Станьте продуктивным гражданином нашей прекрасной нации. Джон Фуэлл Танк, 13 месяцев, подписки, уровень 3. А где у меня мим, простите? А где у меня мим? А где? Так, допустим, допустим. Саб. Копировать. Почему у меня его здесь нет? Ставить. Грузится, грузится. Я не могу заново запустить. Я могу заново запустить. Спасибо огромное за всю поддержку. Здравствуй. Я могу заново мимо запустить. Жаль. Жаль. Почему-то этот... подожди, он у меня же через другое сделан. Да? А как? А я могу? А я могу здесь... очереди. А почему у меня мне Twitch не дает заново проиграть ее? А обещанный звук нюх стример не про что не забыл, да? О чем игра? А survival horror. Так, вы узнаете все о добыче минералов, обогащении руды и производстве снаряжения. Тем самым сможете выиграть войну против останков империи. Конечно же, обучение не просто владение сухой теорией, а он позволит вам применить полученные знания на практике и заработать. Переживая за семью друзей бывших коллег, попросите протектора ознакомить вас с нашим планом распределения рационов. Часть ваших рацион марок будет направляться указанному вами получателю. Рацион марок. Прибывайте в Петербург. Так, дверь закрыта. Закрыто, нужен ключ. За мной камеры следят. Правило 6. Забывайте про правило 6. Никогда не носите больше 6 предметов. Час. Но это собственность, это привилегия. Карманы должны быть пустыми, а сумка легкой. Как на станции. Точно 1984. Опа. Здравствуй. Мертвая реплика из серии Ойли. Она в ужасном состоянии. Биокомпоненты, кажется, инфицированы, раздулись и выпирают из поврежденной оболочки. Что с ней произошло? Почему она так выглядит? Закрыто. Открыто. Хорошо, карту хоть дают. Монитор. Это была ошибка. А, это сейф. Прогресс сохранен. Записочка. Форма сервисной заявки F29. Дата заполнения формы сервисной заявки. Полный идентификатор протектора модуля, оформляющий заявку или реплика. Статус персонала, департамент, бла-бла. Полный идентификатор проекта. Забрали реплика. Частота клавиатуры. Зачем я все это читаю?
В чем смысл системы передачи кодов по радио, когда наш сейф можно вскрыть, указав код из руководства? Честно, поэтому буду довольно редко на стримах появляться теперь. Куда путешествуешь? Если не секрет. Веди записи. Протоколируй все. Помни, если не записал, этого не было. Получи нужной форме у администрации, чаще сохрани свои файлы. Окей. Коды на стенах сейвов. Самое известное, что по меньшей один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов для настенных сейвов протекторов. Те работники, имеющие отношение к этой утечке, должны подвергаться допросам, пока не будут выявлены виновные. Я ограничиваю все радиопривилегии работников до дальнейшего уведомления. Адлер. А сейчас по республике, потом в Новосибирск планирую, в Омск, потом обратно. Можешь на Новосибирске остановиться. Особенно после Новосибирска, мне кажется, Омск не очень будет. Путешествие. Найс. У меня путешествие будет в августе, в Абхазию. Что реплика серии Олли? Почему я здесь бросил? Из Омска выхода нет. Устройство для просмотра микрофильмов с аппаратурных карт. Кинчик посмотреть можно. О, зеркало. И все. И все. А аппаратурные карты не оставили? Ну, я посмотрел бы. На самом деле, судя по рассказам Не, неплохой город. Есть лучше, есть лучше. Про ЕКБ и Новосип лучше отзываются. Ну, в принципе, за 10, последние 10 лет Омск преобразился неплохо так. А, тут дверь есть. Новосибирске дорого все, да? Про это не знал. Омске довольно дешево. Зарплат нет. А, по проходам не бегать. Думайте о соседях. Лол. Спринт. Спринт на полную. Такс. А где я должен вот этот сейф из Deus Ex получить? Мне это его, конечно, в чате уже сказали. Но где я его должен получить? Радостно танцует, да. А, ты мне его и расскажешь. Штар. Модуль Эльстер. Я лучше уйти из этого места. Этому объекту конец. Возвращайся, пока не поздно. Я ищу эту женщину. Ты ее видела? Я ее не знаю, но может быть она среди рабочих. Всех работников гештальтов направили на рудник, над которым построен объект. Если она жива, скорее всего она там. Уголь копать в Сибирь отправили. Скажем, ниже есть лифт, а он идет в рудник. Чтобы им воспользоваться, тебе потребуется ключ администратора. Все, не расскажешь, что с тобой? Что происходит? Закрыто. Правда, лишь течись, нахуй сейф из Deus Ex, пароль чуть сложнее. Понятно. А, вот и карточка. Ключ протектора. Мне было легко. Можешь прокликать ее. Давайте прокликаем. Я уберусь отсюда, как только ремонтный патч остановит кровотечение. И тебе советую. Я понять не имею, кто эта женщина, но, скорее всего, она уже мертва. Если хочешь пойти все равно, желаю удачи. Даже ниже есть лифт, он идет в рудник, чтобы бла-бла-бла повторы. Закрыто.
Ключ аутоаудитории. Так, ключ протектора. Где он нам нужен был? Попробую узнать. Вот, желтая дверь, это, по идее, та, которая может открыться ключом, да? Лево, лево, вниз. И вниз. В Омске на 600 рублей в день можно неплохо, да? В столовке, наверное, за... 250 рублей нормально поесть. А если знать места? Так, открыто. Ящик. Ничего. Нет, я хотел. Нет, ящик. Вот этот. О! Америка. Забрать пистолет. М? Опературная карта. Где-то она нам нужна была, да? Я не помню где. Читать, что такое пистолет. Угу. ИП-75. Пользовательское руководство. Да-да-да. Надежное устройство. Нажмите левый триггер, чтобы достать. Режим прицеливания. Выстрел можно совершить нажатием на правый триггер. Так же, как я. РБ-перезарядка. Лепины с зеркалами. Налей на. Налей мне на, я что-то бешамель видел в столовку. Не стоит брать патронов пустую, поскольку они являются для нации ценным ресурсом. Когда цель будет пострелена, постарайтесь ее прикончить ударом ноги или дубинки, чтобы сэкономить патроны. Окей, дубинку дадите. Ноги-то есть. Это у нас что? Терминология. По приказам зоны объявляю, согласно последнему постановлению по информации о политике в сфере государственных интересов, термин «ага», который в настоящее время используется на равных объектах зон, более недопустим и в дальнейшем применяться не должен. Цензура. Объекты департамента, не замедлить, наименование которых применяется этот термин, должны быть переименованы незамедлительно. Озон. А, Айон. Ну, озон и озон. Я в Петербурге когда был, тоже в столовых, там есть довольно дешево. Просто найти надо. Так, управляющим персоналом поручается вымарать упомянутый термин из всех документов и ожидать объявления со стороны ION, замещающего термин. С настоящего момента применения этого термина в устном или письменном общении рассматривается как нарушение, оскорбление государства. Карается двумя циклами с удвоенной рабочей силы. Возможно, это непросто, но у каждого из нас есть свой долг. Всегда помните, наш язык формирует окружающий мир. Идеальный мир требует идеального языка. Да. Старально найти банкетный зал. Там нет банки. А, все, вспомню, вспомню. Да, я там был. Давно. Заблокирован, нужен пароль. Че еще? Че еще? Около метро еще может просить милостыня. Стримить буду. Переходим метро. Так. Разговоры больше для эфира Хангер подошли бы. Лайфхаки от студентов. Так. Ага. Ага. Ну теперь, по идее, я что-то взял. Так, самое время, мне кажется, разобраться в управлении, как стрелять. Продолжить. Здесь патронов. Ага, так я целюсь. О, я вообще не могу ходить, бегать, да? Не тратьте, говорит, патроны.
Ага, подожди. Ага, понял. Когда целюсь, не могу бегать. В руке могу. Она ушла. Она испарилась. Что оставила? Карточку. Ремонтный патч. О, хилочки, я так понимаю, да? И патроны, да? Взять. Закрыт. Ключ от того. А у меня что, простите, было? У меня был... Оперативная карта. Что это? Давай по новой. А, оперативная карта нужна была, чтобы посмотреть там какую-то запись. Да-да. Вопрос где? Ставру? В библиотеке. То есть нам обратно через то, что встало, идти, да? Вопрос, как бить с руки. Перед ногой добивать, наверное, только по врагам. У нее тесак. Как добивать? Как добивать? Понял. Сайлент Хилл пошел. Да. Ты не встанешь? Это реплика. Чем бросили? Опа. Что это у нас? Аниме-девочки с ножом? Гештальт. О, привет. Вы тоже не местная, верно? Я Иза. Иза Итоу. Вам стоит быть поосторожнее. Здесь происходит что-то странное. Не знаю, что здесь случилось, но идти дальше, скорее всего, опасно. Все в порядке, я понимаю. У меня тоже есть дела. Берегите себя. Надеюсь... Вы найдете того, кого ищете. Я не тебя ли ищу? Нет? Куда пошла? Пардон, фотография. Будет использовать здесь. Она крайне похожа. Ладно. Допустим. Смотрим. Высоконадежный настроенный сейф. Ага, числовой настроенный сейф отвечает требованиям бла-бла. Инструкция эксплуатации. Введите код на клавиатуре, нажмите кнопку подтверждения в углу, если код введен правильно, понятно. Это... Спасибо, сейф, да. Введите фабричный код. Установили по умолчанию, чтобы открыть сейф. Пока дверца открыта, введите на клавиатуре новый код. Ага. Ну вот этот. Так, ладно, запишем. 204-512. Так. Где записка была? Записка из. Эрика, если ты нашла эту записку, что бы ни произошло, я пришла тебя искать. Выясни, что это сестра. Той самой, которую мы ищем. Поэтому они так похожи. Где он сейф был? Сейф. Открыто. Карточка. Ключ от аудитории, да. Карта Кэба, да. Сейчас должно второе тело встать. Понимаю. Наверх.
Ну, прыгаем. Есть дыра, кажется, я могу безопасно спуститься. Надо было засейвиться. Добро пожаловать в Silent Hill. Прыгай. Лифт не работает. Да ладно. Закрыто. Лифт работает. А то что-нибудь сейчас выйдет. Я готов. А-а-а. Прям так? А готов ли я? Можно выйти? А, ну-ка. Правильно, лифтом заблокировано. Встаньте карточку протектора. А у меня и была. Ремонт и патч. Патроны нет. 6 этажей. Ключ, вижу. Ключ от сервисного люка. А, выпустите меня. Открывается друг. Я разве не оттуда пришел? Видимо, нет. Сколько дверей? Никуда нельзя. Сюда можно. Форма сервисной заявки. А, дата заполнения, дата, апартамент. Предмет сервисной заявки. Тип D. Автоматическая защитная дверь. Местоположение там, замок двери. Заклинил, нужно, понятно. Не могу найти ключ перезагрузки электроники. Я настроил систему вскрытия, но начальство повысило приоритет лифтовых движков. Поэтому заняться замком придется в следующей смене. Сейчас можно двигаться только путем проб и ошибок. Найдите меня, если вам нужен ключ, чтобы открыть сервисный люк. Или обратитесь к начальству. Фюнд. О, тулбокс, бери. Вот. Не, ну я же мастер в своей области. А ничего не меняется. А что от меня хотят? А, вон наверху меня. Вон на что. Так-то максимум, да? Ага. А как я должен увидеть, что мне нужно? Это вопрос. Откуда мне знать, какой ключ должен быть? А. Понял. Стример не глупый, да? Правда ведь? Подожди. Это минимум. Ну-ка, еще на одну. Вот теперь ровно.
еще на одном. В смысле? Ровно же. Оно же ровно, чат. Обычный левый вот нужен. Что неровно? Самая левая. Левая неровно. А, вон. Да. Перспектива, перспектива, понимаете. Что без чата делал? Сколько дверей? Как жить-то? Че он здесь? Коробочка. Шкатулка заперта. Конечно, здесь нужен какой-то квадратный ключ. Потом же заперто. Какой нужен? Ключ от восточного крыла. А, могу, понял. Комната сейва, я могу здесь оставить предметы. А, больше 6 предметов, потому что нельзя с собой носить, да? А у меня их сколько? 4. Понятно. Сейф. А, ремонтный патч. Чухилка, да. Я так понимаю, они не стакаются. У меня так, раз патч. Не, вроде как стакаются. Хм. Хм. Так, записочка. Много текста. Памятка, коды от настенных сейвов. Мне стало известно, что по меньшей мере один работник мог получить. Так мы это вычитали уже, да? Все концовки про... Я откуда знаю? Здесь несколько концовок. Одноразовый шокер. Взять. Как пользоваться? Угу. Можно разместить в ячейке инструментами и персонажа. После того, как вы экипировали, он будет опораться. ЛБ. Прям с противником. Не применяйте против престарелых или беременных лиц, а также лиц с заболеваниями сердца, если в этом нет абсолютной необходимости. После использования надлежащим образом утилизируйте шокер. Окей. Просто чтобы он... Не занимал, да, слот. А, он все равно занимает слот. О, хилочку оставить тогда. Ключ от крыла. Мы откроем это, мы там разместим. А, что-то из результата допроса. Объединение. В шкафчике обнаружена контрабанда. Результат признания. Наказание трицикла без еды. Обвинение. Нелегальное использование радиоприемником. Результат признания. Наказание изоляция на 2 цикла. Нелегальное использование радиоприемником. Результат пришел в негодность в ходе допроса. Наказание отсутствует. Обвинение. Оскорбление государства. Результат. Потерял сознание во время допроса. Двойная рабочая смена. 2 цикла. Нарушение границ. Пришел в негодность в ходе допроса. Наказание отсутствует. Давайте хилочку оставим, да? А слоты были. Патроны там были? Сейчас вернемся. Может фотографию оставить? А я могу фотографию оставить, а? Оставить. Подожди. А, и репейр патч оставил, да? Вот. Патрончики, да? А, господи, это я. Вот они. Они тоже стакаются, надеюсь. Стакаются. Или нет? Стакаются. Закрыто.
Можно сделать окружение, прокликать плакаты, камеры и так далее. Типа вот это? А, так, а еще один сейф. Но я сомневаюсь, что тот же самый подойдет, да? Код сброса подойдет. 2, 0, 4, 5, 1, 2. Нет. Нуп. Аж проще, наверное, мышкой. Я не люблю. Если можно играть на геймпаде, лучше на геймпаде было. Вот камера, например. А, не камера, это приемник. Закрыто. Внутри кто-то есть. Конечно, почитаем. Что же у нас там? Ремонтный патч с туалета. Конечно, забрать. А, он два слота есть. Не будем возвращаться. Ремонтный спрей. Одноразовый распылитель, который позволяет наносить на поврежденные зоны монтажную пену. Со временем восстанавливает большое количество здоровья. То есть большая хилка. Это малая хилка. Понятно. Хилки им прям раскидываются. Зато слотов. Слотами не раскидываются. Давайте большую хилку оставим, тогда маленькие застакаем. Ставить, забрать. Air patch, 3 штуки. Это сейвится. Я же не помру. Луилес. А, здесь был. Там что-то еще лежит. Что-то еще лежит, вернись. Что это? Патрон взять. Здорово, Кейч. Бери манчету, зачем тебе этот пистолет? А как перезаряжаться, я не помню. Это что? Эта штука дышит. Не все штуки подсвечиваются, я так понимаю, которые можно прокликать, да? Да, это же прям я. Эур. Простая универсальная легкая реплика. Ойли. Так, а если буду бегать я громче? Literally me. Форма сервисной заявки. Да, заполнение. Департамент. Кухонный персонал, размещение, помещение рабочих, предмет, модуль пространственной навигации. Примечание. Мой навигационный модуль неисправен и не показывает данных с карты. Я постоянно теряюсь по пути на работу и назад. Прошлым циклом я заснула посреди коридора, потому что не смогла найти лифт для персонала, чтобы добраться до своего общежития. Пожалуйста. Я же не могу ориентироваться без карты. Мерц. Так, и тут закрыто. Тихо, аккуратнее, на цыпочках буквально. Почему ты меня не целишься? Да, 73. Три патрона еще есть. Обоими. Ключ от кают-компании. Забрать. 14. Космическая станция 14 подтверждено. А, и все, да? Я же думал, здесь какой-то стелс можно у них за спиной, типа, проходить.
Замок сломан. А, смотрим, где у нас были закрытые двери, да? Я внизу вижу. Здесь и здесь. И здесь, и здесь. Вот это вроде... А, это лифты. Это открывалось с другой стороны. Просто еще двери, которые открываются с другой стороны, они тоже желтые. Что неудобно. Здорово, Гримми Риппер. Нас. Survivor. Survival Horror. Сохранимся. Раз уж мимо пробегаем. Эту игру могла пройти даже моя бабка, если бы сохранялась так же часто, как и ты. Так, а этот коридор посмотреть? Открывать с другой стороны, понятно. Ох ты ж, блядь. Чё же вас так много-то, а? Отцелиться. Я пошел. А как мне перезаряжаться? У меня еще один, конечно, патрон есть. Давайте экономить. А все, мазила. Отказывается целиться. Отказывается целиться. А, понял. Не то. Готово. Смотреть нельзя. Так, ну, не было. На стримах. Ужасно. Врагов хочу сказать. Много. Патронов мало. Я пошел. С другой стороны. Я пробегу вниз мимо них. Пожалуйста. А на что бить шокером, только я не помню. Так, управление, да? Использование инструмента ЛБ. Без прицеливания получается, да? А, даже с приселем, все, понял. Так. Я просто не хочу, наверное, их даже бить. Да, просто пошли сюда. Они же за мной не пойдут, правда же? Ключ из западного крыла. Ага. А у нас, простите, ключ от кают-компании. Я не видел здесь кают-компанию. Так и все. Вот еще вход есть. Один, который я пропустил, да? Найс. Грузишься сразу урон. Окей, окей. Однако. Для отдыха рабочих. На таких объектах подобные клеточные жилые гробы — это все, что могут себе позволить гештальты рабочие. Записочка. Дневник. Протекторы в последнее время очень обеспокоены, они что-то скрывают. Стало меньше, планы отмировки рационов постоянно меняются. Алина говорит, что я выдумываю все это. Они хотят страх, будто испугалась сама. Чего же они боятся? Это у нас что? Униформа. А зачем я сюда пришел, простите? Здесь ничего нет.
Во-первых, здесь ничего нет. Во-вторых, больше идти-то некуда. Сейф на стене был. Где я должен, простите, найти... Вот. Есть сейф, нет кода. Там еще какие-то документы на столе, может быть. Нет, мауп лутать нельзя. Не кликабельным. А, так, ну это про... Да, это про шокер. Все, с другой стороны. Здорово, карась. На самом деле зачистить комнату от этих гадов. Но Спейсман, не знаю. Я здесь космос не нравится. Окей, сработало. Доступ к руднику, столовая душа. А, это я читаю. Стене. Где мне взять ключ от сейфа? Здесь ничего не было. Или он не показывает двери? Так, а, понял. Почему? Там обвал. Опять в лифт попробовать. Может, сейчас этот ключ что-нибудь даст. Где еще я не смотрел? Мало что дает. Идентификационная карта протектор, чтобы получить доступ. Единственный ключ, который у меня есть. Ключ от кают-компании. Kitchen. Stash store room. Протектора Break Room. Здесь, по идее? У меня что, ключа-то не было? Личная дишка, а не ключ. На ней вряд ли... Может быть, на ней что-нибудь написано. Посмотреть. Только для кухонного персонала. Я, может, ее использую? Она обычно тратится, если ты ее используешь. Пошли на кухню. Дай еще комнаты посмотреть, да? Уж не откроет. Здесь ничего не было заперто. У нас был еще ящик, который чем-то квадратным открывается. Ничего квадратного я не видел. В смысле ты живое? Не говори, что враги еще встают.
Бесконечно ходить не получится, получается, да? Здесь дверь заблокирована. Откуда? На карте не отобразилось. Что-то большое страшное. А вас тут много. Отдам патроны. Так, что у нас здесь по дверям? Дверей нет. Здесь выхода тоже нет. Как от вас мансить тогда? Тыкаться нужно в каждую дверь, похоже, да. Же мало, они очень мало лечат. Ремонтный патч. А что ты такое быстрое? Привет. Там все очень плохо. Шторх. Я в неместное. Эти рельсер, верно. Этот объект на данный, в данный момент находится на карантине. Тебе нельзя здесь находиться. Дежурный протектор контроллера это уровень. Плохо контролируешь. Я не знаю, что ты делаешь. Так как видишь, у нас серьезные проблемы. Если ты ищешь командующего, у меня для тебя плохие новости. А заболела, и все вокруг тоже заболевают. Больше мне ничего не известно. Я уверен, администратору известно больше, чем мне. Но где он, я не знаю. Я да не пойду. Я буду ждать здесь новых приказов. И прежде времени я рисковать не намерен. Ключ от западного крыла. Окей. Здорово, мистер. Что у нас? Батон. Одноразовый шокер. Можно в АТБЦ стрелять. Блять. Обоим это... Реалистично, скажем так. Патрон не подбирается за боем. Сигнали с экрана. Выглядит хорошо. Замок сломан. Так, теперь можем в западное крыло. Да, открыть дверь с этой стороны. Последний шокер был. Нет, еще один заряд. А, закрыто, да? Замок сломан. Это у нас куда выходит? А что играем? Выживальщик. Хоррор. Сломанный ключ. Да. Найс. Дверь открыта. Там меня ждут, да? Не встают. Изоленту бы, да? Сломанная, знаешь, изолента нужна. И туда, по идее, западное крыло. Можно, конечно, сохраниться было бы еще. По-хорошему. Ладно. Сосуд к руднику А. Ключ администратора нужен. Понятно. Замок сломан. Патроны?
А мне что-нибудь нужно? Кроме вот этого. Сломанный ключ, да? Я прям здесь их соединю, да? Соединить. Готово. О, это квадратная штука. А где она была? Я тебя тут оставлю. А, подожди, там дверь, да? Здесь еще одна дверь, которая, возможно, не активна, возможно, активна. Можно пройти. Да. Шокер. Слот идет. Окей. Да. Все. Ради шокера зашли. И, в принципе, наверное, стоит того. А, наверху еще дверь. Хилочку юзай. У меня нет хилочек с собой. Есть. У меня нет хилочек с собой. Хм. Если не загрена была, так как говорится, стелс не работает. А, о, открыть дверь с этой стороны. Вот у нас и сейф. Да, это в лифты выходим. Нет, в сейф выходим. Есть большая хилочка, конечно. Одна. Стоит ли брать с собой? У меня слотов нет. Теперь вспомни, где у нас был этот ящик. А, Butterfly Box, вот рядом в комнате. Хорошо, что помечается. Таинственный артефакт. Плита вечности. Оу, май. А? Вы прибываете в Омск. Или здесь столько батоном? Он мало зарядов в нем. Я могу спринтовать? Не могу спринтовать. Это особый запорный механизм. Спереди размещается что-то вроде микрофона или динамика. Кликать не дают. Так. Стол-то понятно. А есть что полутаться? Сковородка. Рационы. Длинноволновой радиоприемник. Пользовательское руководство. Ага, от 250 до 250 килогерц. Угу. Чтобы получить доступ к функциональности приемника, открыть меню подсистемы. Откройте меню снаряжения, нажмите вверх. Модуль приемника будет отображаться слева. Чтобы включить или выключить приемник, нажмите А. Измените частоту с помощью А. Когда приемник включен, индикатор частоты загорается красным светом. Полоски спектра граммы начинают двигаться. При настройке на станцию сигналом несущей частоты загорается индикатор сигнал. При настройке на станцию транслируется поток данных, загорается индикатор данные, а передаваемая информация отражается в окне транскрипции нижней части экрана. Окей. Забрать радиомодуль. Окей. И все, да? То есть берем прием. А?
А где приемник-то? Я его взял? А где он? Или оно автоматически сейчас будет использоваться? Томный приемник. Ха. Откройте. Может, мне этот приемник нужно использовать? Забрал, забрал. Это я все забрал. Так, а еще двери? Дверь закрыта с другой стороны. Понятно. Шкафчики. Три. Да я в инвентаре-то сказали, только где? Наверху. А, вот он наверху, приемник, да. Алло, кто там? А, идет сигнал. Кажется, мне туда. Ага. Флэшбэки, воспоминания, Вьетнам. Теперь у меня есть. Теперь он у меня есть, да? Семь, восемь, три, один. Три, семь. Понятно. Рандомные. Может, не так код из сейфа нужно подобрать. Где-то здесь будет. Цифры рандомные просто. Так, если на максимум. Здесь цифры повторяются. 9-1-6-3-8. Допустим. Летели другие цифры.
Все не то. Моя карточка. Идентификационная карта. Забрать. А где, кроме лифта, я даже и не помню где. Зачем? Открыть доступ к лифту протекторов. Есть. Пошли отсюда. А, боли внимание, полечиться бы. Или не полечиться. Лежишь? Лежи. Где у нас лифты были? Вот желтая дверь какая-то еще, да? Давайте заглянем. Там слон. А, я отсюда пришел. Комнаты не все изучил. Точно, надо эти проверять. Серые, да? Вот она. Спрей плюс. Все, я пошел. Я пошел. А, давайте посмотрим, сколько это лечит. Использовать. Норма. Ну, вроде фул. Хилка. Так, теперь. Сложно, сложно навигацию здесь сделать. Сломан, красный, значит нельзя. Серые и желтые все проверять нужно. Дергается. Синий шприц мгновенно. Со временем, все понятно. Их может использовать зря все. Хотя они меня не на фу вылечили, поэтому не зря. Тут что-то надо... А, от этого лифта? Руднику ключ администратора. Его у нас нет. Вон серая дверь. Замок сломан. И теперь она красная. Да, нужно просто все двери тыкаться. Поехали. А куда поехали? На втором. Первый этаж. Музычку на радио. Какая она там была? Пойдет музыка? Я не помню, на какой частоте была музыка. Где-то тут, по-моему. Чё-то нет музыки, чё-то. Лишь 150. Похоже, пропало. Пойдет. Шесть этажей исследовать, господи. В
Привет, как дела? Иза, да, снова ты. Я рад, что вы целы. А, нашли то, что искали? Нет. Тоже кого ищу? Свою сестру? Я же говорил, что сестры. Если видите ее, можете передать, что я ищу. Беспокойтесь, вы поймете, что это она, когда видите. Патрон для дробовика. Слотов нет больше, да? Мне нужен сейф. Лобби элеватор. А тут что у нас? А, первый... я здесь был уже на первом этаже, да, типа? Вот. Ключ. Замок сломан. А, понятно. Ясно, понятно. Пошел. Так, пока едем. Еще уголь для колена поставлю. Так, это... А карточку может отсюда не вынимать, а? Все, здесь и будет. У нас будет плюс слот. Поехали. Так, кажется, приехали. Фильтр F4, питание, прерывание, уведомление конфисковано? Ха. Окей. С другой стороны. Я вижу дробовик. Свою руку. А я могу? Чат. Если я сейчас не разобью окно, я расстроюсь. Сука. Это было бы хорошо. Это было бы умно. Так, что у меня по патронам? 4,9. И зарядов одна только. Один стан-батон. То, что я просто на дверь навел... А, то, что я просто на дверь навел, уже считается, что я на нее посмотрел. Это хорошо. Так, внизу ебака, я пока не хочу. Давай здесь. Блин, не пробиваем стекло. Ну, а вдруг... А, вот. Все оказалось просто. Взять дробовик. Да, тупо Silent Hill. Так, на самом деле камень надо было скинуть в этот. Сюда. Ну, пожалуйста. Так, что у нас? Камень оставить. Дробовик. С 5 патронами. Взять с пистолетом пока походим. Пока у нас... Да? Да. Сканеры. Изучить. Ставьте пустую карту, чтобы приступить к печати. У меня пустой карты нет. Требуется чистый ключ. Понятно. Закрыто. Ну, пошли. Мне как бы намекают. Ну, возьми дробовик, там серьезный враг. Я такой, нет. А я буду экономить. Копу делать карту. Это у нас что за артефактом? Записочка. Наша любимая. Меч.
Вот те буквы, говорит. О, П, Ж и А. Собери из них слово счастье. Изучить. А, мне кажется, я знаю, что сюда можно подставить. Ну пошли, вернемся. Ты же не встал? Требуется ключ огня. Ключ земли. Ключ золота. Ключ воды. Ключ воздуха. Понятно. А, подожди, я ж не могу рядом использовать, чтобы она подставилась, а? Использовать. Нельзя. Пошли, вернем обратно. Положи, как было. Ставить. Форт Боярд начался. Ищем ключи. Это ж... Ай-яй-яй, как они быстро бьют. Мантить, мантить, мантить. Коридор. Смотрим на дверь. А что у нас здесь нужно? С другой стороны. Ключ от насосного отсека. Так, чтобы помнить, куда возвращаться, когда ключи найдем. Ключ насосного отсека. Ты как? Мертвая реплика серии Ара. Странно выглядит умиротворенный. И не говори. Подожди, а кабинка не открывается? Сливы воды из резервуара. Когда резервуар А наполнится, добиться ровного уровня воды можно следующим образом. Наполните резервуар В. Затем наполните резервуар С с водой только из резервуара В. Перелейте воду из резервуара назад. Я же не глуп. Либо. А что мне нужно-то, чтобы поровну все было, да? Так-то я могу. Так, это в С только. А из этого я могу в А. Так, нужно посчитать. Или методом тыка, конечно, можно все еще сделать. Так-то. Так, мне нужно... Подожди, а как слить? Нет? А ресет как сделать, простите? Кнопочка же это не просто так.
А, ну просто типа следи все сюда. Гений, гений. А чтобы А и Б по красной метке были. Понятно. Да теперь это все ясно. Вовсе не методом тыка. Все было рассчитано. Че он здесь? Ага. Хилочка. Спрей. Это у нас что? Рукоятка гаечного ключа. Здесь. Остер. Ля какая. Арар. Универсальная ремонтная реплика Ара. Так, что у меня по слотам? 4. Пойдет. Спрыгнуть вниз. Тут или неплохая идея. Ключ воды. Взять. Ремонтный патч. Прекрасно. А я могу, наверное, его использовать, да? Сразу-то, да? Немного лечит. Миг 2. Она типа лечит не сразу. Потом еще что его прожмем. И выйти, да? Это на карте не отображается. На каком этаже? Непонятно. По идее, на втором. Открыто-открыто. Лестница наверх. Да, простите. Я вернулся на второй этаж, да. Открывается, который с другой стороны. Дверь открыта. Понятно. Ясно. А все ближе и ближе. Для дробовика вроде, да? Пистолет. Нет места для чистого ключа. Нет места для патронов. Кроме пистолета. А как так вышло? Мне нравится, как музыка затихает после выстрела. Чего здесь нет больше, да? Заблокировано. Очень много лута. Видеокассета. А, да? Как бы намекают, назад ты не вернешься. Гаечный ключ подходящего размера. У меня есть гаечный ключ подходящего размера. Рукоятка гаечного ключа. Мне нужно его соединить с чем-то. Жалоба. Эльф постоянно пользуется моим гаечным ключом, куда девает переходник на 10 миллиметров. А на меня наложили взыскание за то, что я не ремонтировал вентилятор вентиляции на нижнем этаже. Но я не могу демонтировать решетку без переходника. Ага. Где переходник? А, я дозаряжаю свой пистолет и оставляю остатки, понял. Для револьвера патрон. Вы опять повылазите, да? Иди. Так, ну ищем переходник. Только слотов нет. Проблема. А, давайте ключ воды ставим, да, наверху. Вспомни бы где только. Дверь открыта. Пойди здесь я в главный. Нет, а я тут к лифту вышел.
Вот, waiting room. Ага. Что у нас вода? Чего нет? Земля. Золото. Ключ воды вставить. На самом деле, мне бы... А где он сейф был? Он на сейф был. Пилочки там оставить. И пособирать все, что есть. Так, ты все еще лежишь. Лежи. Вставляем батон. Вставляем хилочки. Соберем все патроны, которые есть. Тоже вернемся. Тяжело на этих ходулях. А как в портале бегали? Тоже на ходулях. Или другие. Ну, он да. Трончики. Так, теперь вот эту комнату лутаем. Все это взять. Патроны взять. Паузу не дают в менюшках. Ползли, ползли. Револьвер. Один слот есть. Так. Тут офис. Есть? А это бегал. Сейвы дают-то повсюду. Ключ от смотровой. Взять. Че мне, че я еще взял? Пистолета, да? Кассета. Где воспроизведение? Помните, где-нибудь было воспроизведение? Шокеры. Тоже ставить? Слотов нет совсем. Так, ключ от смотровой кассеты есть. Где-то на втором этаже искать. You graduated university, right? What major? Advertisement and public relationship. А, пустая карта была. Снизу. Снизу. Блин, а где она была? Так, у нас гроза начинается. Когда начинается гроза, может и интернет вырубить. Надеюсь, нет. Где у нас была карточка? Здесь? Она там лежала в комнате, да, с этим, с да, с вентиляцией вроде бы. Нет. Я забыл, где она лежала, карточка. В нижней комнате. Сейчас еще раз гляну.
С лестницы. Вот это? Это записка. Это не записка, а выглядит так же. Спасибо. Так. Теперь наверх. И ищем эту машину, которая карточки делает. Так, ты не встал, не встал. Пройдись. Или тут что-то закрытое было? Нет, это закрытое. Сепшн. Вот в офисе, по идее. Чистый ключ. Понятно. Вставить. Так. Простите. Я помню что-то. Нет, нет, нет. Нет. Да. Ставь. Больше не могу вставить. А, могу вставить. Так, назначить схему. Схему 8 7 6 5. А это у меня, понял, назначить схему. Только 6 смогу. А какой мне нужен? Какая схема мне нужна? Может, это комната? Не то чтобы мне доступ где-то здесь особо нужно был. Так, окей, вот здесь что-то было похоже. Меч. Семь два девять ноль. Не похоже, не похоже. Что от меня игра хочет? Я не очень понимаю. Пошли наверх, там посмотрим. У нас еще какая-то карточка была. Так, чистый. Смарт-ровой. У нас ключ был. Были закрытые двери. Здесь закрыт. А, вон. Красная дверь. Давай, Рибер. Давайте красную дверь посмотрим. Гэри любит вас. Да. Здесь дверь была. Замок сломан. Понятно.
С рентгеном и предметами находил. Там только сейчас посоветую. Нет, не находил еще. Полагаю, где-то внизу. А, рентген, подожди, это там же, где... Там, где три ебаки напало. Там что-то было похоже на рентгеновскую. Наверху, вот, наверху и закрытая. Ага. Нет, не очень похоже. Замок сломан. Типа таможня, но такая была на этажом выше. Гаечный ключ искать. Да ничего похожего я не нашел пока что. Я знаю, что искать. Самый вопрос, где искать? Здесь у нас ничего такого нет, просто комната сейва, да? Рентгеновские штуки, они не подсвечивались? В списке была, которая модель Arar. А где она была? Вот она была. Здесь записки нет, только спуститься можно. Модель. Так, тогда мы идем. Ну, спросите. Ну, вот была записка, которую я расшифровать не могу. Подожди, Ара. 161. Только куда это ставить? Так, тогда. Вот у нас проход был все это время. А, и вон еще один проход. Господи. У нас еще гулять и гулять. Да, справа комната, забыл. Нет места для автоинъектора. Николины. Что-то не так. Никто не говорит, что происходит. С тех пор, как я пришел в себя, все ведут себя странно. Протектор не выпускает меня из комнаты и не дает вернуться к работе. Хотя рана, которую я получил при падении, полностью затянулась. Думаю, в шахте что-то произошло. Я послушал двух модулей Ойли, которые шептались рядом с моей комнатой, и услышал, что у них кончается персонал. А переживаю, что с Эльстер что-нибудь случится. Я уже давно не получал от нее весточки. Я больше не могу просто сидеть на одном месте. Алина сел. А, видеокассета подойдет? Да. Вот плюс слот. Это мое любимое аниме. Начинается. А, да. Ходить надо. Ох, что ваше интерактивное кинцо. Красота. Красота. Я туда поехал, ушел. Не пускают. Ладно. А,
ладно. Ой, Край эфирная. Край эфир, наверное, одна из лучших, один из лучших хорроров, на самом деле, который играл. Пардон. А меня куда? На выход? Ну, открывайте. Видео. Давайте без спойлеров. Ключ золота. Готово. На самом деле вернуться ставить, прежде чем мы продолжим. Так, обнимение Калины. Больше не подписчик. Закрою эфир. Так, что за инъектор? Установка на бой, реплика та-та-та, 2 мл. Стимулятор циркуляции для реплик, раствор для инъекции в автоинъекторе, компонент, сильнодействующее вещество только для реплик. Что это такое, когда применяется, вставляется быстрительный раствор в автоинъекторе и предназначен для экстренного применения. Авен действует на систему циркуляции лет и быстро восстанавливает ее функциональность. Очень большая дилка, понимаю. А, на ходу можно применить, в отличие от других хилок, понятно. Краш и забил, но у меня нормально шел. Прям боевая-боевая хилка, да? Ну... Поставим. Слотов не хватает. Чистый ключ. Чистый ключ надо было на самом деле там оставить, в автомате. Троном на тебя хватит. И на тебя хватит. Еще. Так, сколько комнат? Пациентка. Это же я. Пациентка жалуется на сильную тошноту и головные боли. Направлена в госпитальное крыло, когда ее вырвало оксидантом во время работы. Клиническая картина схожа с последними случаями, наблюдаемыми среди протекторов. Хотя мы до сих пор точно не знаем, что же вызывает этот синдром, мы видим схожее развитие у всех пациентов. Самое удивительное и загадочное заключается в том, что развитие синдрома у реплик и гештальтов протекает одинаково. Первичные общие тесты показали... гипотонию, высокую температуру и деградацию. Дегидрадацию. А также внутреннее кровотечение. Сильное снижение когнитивных способностей во время первого цикла, аллопеция и геморрагидическая сыпь. В течение 5 циклов кожа начинает сходить большими лоскутами, за этим может последовать ухудшение зрения, снижение коммуникативных способностей. Гештальт пациенты обычно к этой стадии умирают из-за инфекции, у реплик результаты бывают разные. Мы их видели. Кислородным на палатке кто-то есть. На нее трудно смотреть. Много лута, но я так понимаю, здесь с ними особо не помансить. Мне сюда прийти нужно с шокером. Так, сразу все двери откроем, чекнем. Замок сломан.
Ну, привет. Привет, Олли. Все стали такими странными. Мне кажется, осталась только я. Я тоже заболею, как все остальные. Мне страшно. Я не хочу умирать. Мне кажется, я у вас уже видел. Мне знакомо. Понятно. Поехала. А, коды от настенных сейвов. О! Стало известно. А, это было все. Повторяется записка много раз. Еще один автоинъектор. Рокер одноразовый, да? Блин. Ну вот как. Перезаряди пушку в инвентаре. Можно так перезаряжать. Это удобно. Рокер. Давайте используем. Так, ну это связано с тем кодом. Меч. Да, меч нарисован. Вот записка с буквами. Только вопрос, а какой же код? Ну, а... попробуем. Нет. Было. В мемори записка есть. А, точно, здесь, да? Нет. Оценка, реплика, дневник, меч. Меч. Смотрим. 1279. А, и ноль еще, да, ноль, Е. Тоже не закрашено. 1, 2, 7, 9, 0. Надеюсь, в этом порядке. 1, 2, 7, 9, 0. В алфавитном? Нет, в алфавитном тоже. Порядок неправильный. А, Б, Ф, С, З. Это алфавитный порядок. Так, давайте смотреть. Мне просто интересно, почему здесь больше... А, подожди, Е. Не, смотрите, буквы по-разному расположены, да? А, Н, С, К, Е. А, Н, С, К. Здесь Е нет. Здесь F. А, вот Е, господи. Нет, не подходит. Цифры не те, значит. В обратном порядке, да, сомневаюсь. Так.
Может, закрашены? Тогда B, H, S, R, и F. B, H, S, R, F. Записка с радиочастотами сейвов. Я не думаю, что то же самое. Но нам типа дали эту записку. Я не думаю, что здесь нам опять дадут. Это мы использовали. Записка же не просто так. Мне интересно сам код, мне интересно, какое же решение. Так, один стан есть, да? Давайте попробуем сюда. Станом батона обошлись. Ремонтный вектор. Взять. Записка для каждого типа сейв. Первый был рисунок со звездами, второго с деревом, у этого меч. Ну, у нас есть записка как бы для этого сейва. Просто как ее разгадывать? Другой вопрос. Че он здесь? Нет места. Вот это все полутать бы. А, вы уже встаете? Почему не та записка, если это на ней меч? А, где он съебал? Сеть недалеко. По идее, полечиться бы, да? Ключ от смотровой у нас все еще есть. Давайте рукоятку сложим. Шокер? Инъектор? Шокер оставим, наверное, да? Шокера тогда можно взять. И в один слот идут. Чистый ключ. Тоже бы его туда запихать и ставить. План 4 слота. Смотровую оставлю. Я просто другие записки не помню с мечом. И с названием частоты. И слева там отмечена первая клетка.
Записка мечом раз... закрашены квадраты. Имеет ровно 6 ходов, прям как на карту пустую надо. Но карта не вставляется в... Сколько раз вы будете вставать? Так, патронов, разумеется, не хватит. Что-то бить нельзя теперь. Там другой, другая схема для чистой карты. Вставляем, вставляем. Карта доступа, это не то. Будете вставать, а? Еще одна комната не исследована. Где-то здесь. Вот. Смотрим. Требуется ключ от смотровой. Пожалуйста. Я с ним столько таскаюсь, мне, возможно, сюда нужно было в первую очередь. Просто у нас нет всех деталей пазла. Вот и все. Так, килочку оставлю. Патрон либо дробовика оставляю. Чисто ключ, по идее, туда поставить, я забыть. А, берем ключ от смотровой. А где он? Здесь наверху же было? Только для чистого ключа. Да, все, его здесь вставляю, у нас плюс слот появляется. Все, тут и оставайся. Записка. Монтажная пена быстрого действия. Так это читали. Да. Столько повторов записок. Ай, столько его искали. Он лежал все время здесь, рядом прям. В карте 8 ходов, а слотов свободно. А, ну, она все равно, просто она расположена 4 на 3, да? А там циферблат получается 9 цифр. 10 цифр вниз. Тоже читали. Думаете, как решить? Может, здесь будет дальше ответ. Листик с радиочастотами пропустил на прошлом уровне. А я могу на прошлом на каком? Внизу который? Не спускаться, я могу вернуться. Мы да, сейчас будем еще возвращаться. Он может быть за вентиляцией. Так, изучить. Револьвер, череп. А, вот и рентген, кстати, про который говорили. Давайте посмотрим. Мозги присутствуют. А, пожалуйста. Как его повернуть-то правильно? Как это сложно. Так бы или нам... так, я вставляю. Вроде бы так. Запомним, чат, запомним. Это на что? А, ну это то, что мы подобрали. Гаечный ключ. Все было просто. Нужно просто зайти в правильную дверь было.
Золото есть, есть. Пытаемся. Что у нас тут? Троны. Из врага, которого можно обойти. Ключ от крематория. Так, куда ты дальше пойдешь? Я тебя просто так оббегу. Есть, не застрян. А, еще повылазили. Не, я пошел. Я пошел. Здесь никогда и не было. Условно. Так, теперь у нас есть гаечный ключ. У нас есть для чистой карты. Вроде так. Нет, наоборот. Все наоборот. Смотреть. Получается тогда так. Да? Все сбил. Правда, все еще не знаю, куда этот ключ. Что у нас по слотам? Все забито. Мы сейчас объединим гаечный ключ. Вектор вставляем. Берем рукоятку. Готово. Такс. Здесь вроде все исследовали, да? Закрытых дверей не было. Они живут на моих стенах, чат. Вот бы они еще между комнат ходили. Весело было бы. Ключ воздуха. Назад, назад. Так, теперь он идет куда? Он идет сюда. Чистый ключ, это, наверное, для последней версии.
это на что? Ключ воздуха использовать. Что у нас осталось? Ключ огня и ключ... Чистый ключ можно здесь использовать. Подходит. Не подходит. Хм. Так, за он смотрим, а значит там накосячил. В рентгеновскую. Не надо. Так, ручка. А как он мне ее показывает там? Слева, да? Вот так он мне ее показывает, насколько помню. Делать. Повернись, нормально. Сложно сейчас, сложно. А, уголок же еще. Уголок снизу справа. Снизу справа. Так, получается, если оно так. Пошли пробовать. Ты меня сразу не ударишь? Не ударится. Ага. Уголок вон он где. Блин, у меня все перепуталось. Или нет? Ладно. Так. Бессмертные встают потом, через некоторое время. Руины. Киньте это, киньте клип. По-моему, так. Это не точно. Теперь сюда, да? Здорово, Кьюри Серби. Дай ключ. Сука. Так, что я не так сделал? Дверь не здесь, дверь не здесь. Сейвис мечеть не радиот чистоту. То есть я в самом деле пропустил записку, и меня игра без нее отправила дальше. Это печально. Так, делаем что? Делаем угол. Справа. Внизу. А.
Так, то, что я сделал, а тут у нас... Угу. Я прошу, сейв случайно подобрал. Так, один. А я в первом ряду сделал два, да? Смотреть. Да, понял. Понятно. Значит, один сюда, 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 сюда. Отмена операции. Назначить схему. А потом что? Вниз вправо? Или вправо вниз? Не руина, вот она должна быть такая. Что дальше? Последние две. Справа. Это все, что я могу. У меня две крайние, они не активны. Ну, крайний справа столбик, он не активный. Вот так я только могу сделать. Я писал чуть выше. А, понятно. Ключ. Давайте посмотрим. А, вот оно что. Так, так, нет, значит, с кем. Вот оно как должно быть. Подтвердить выбор. А, заново хочет мне напечатать схему. Ну сколько можно с одного раза все головоломки делать, правильно? Правильно. Так, и нам еще один ключ нужен будет. Ключ огня. Так, ты здесь у нас ходишь, да? И ключ огня, который, скорее всего, сейвом, да? А еще морг там есть, на который нужен ключ смотрителя. Ключ смотрителя, я так понимаю, в сейфе будет здесь, да? А я мимо тебя пробегу? А мне не нужно. Что там? И случайно цифра. Восемь, пять, шесть, восемь, шесть. Мы это печатали, по-моему, уже где-то, да? Это оно или не оно?
Коды рандомятся каждый раз. Найс. То есть... Восемь, пять, шесть, восемь, шесть. Так, F, S, F. Сколько там было? Шесть, семь, шесть. По этой записке получается. F, S, R. Прекрасно. Глаз. Идический модуль. Взять. Что дает? Ключ к крематории. Да. Такс. Что этот модуль дает? Старый модуль фотографической памяти позволяет записать до 6 визуальных воспоминаний. Невероятно устаревший, но все еще может пригодиться. Использовать. А, я могу... Понял. Снова выясняем, что... Задачки будут все сложнее и сложнее. Раз мне фотографический модуль нужен для этого. А, для ключа... А, да! Для этого ключа чисто надо было, чтобы не бегать. Много раз. Чтобы клипы с Твича не смотреть. У меня свой фотографический модуль, знаете ли. Так, крематорий. Последняя комната. Наверное, тоже встали всякие. Нет, никого нет. Ты страшная. Да? Это я зря использую, да, зайти. Что у нас здесь? Термитная шашка. Раз. Термитная шашка. Надлежащая утилизация трупов. Май, как ты, вероятно, слышал, мы наблюдали несколько случаев спонтанной реакции тел списанных проектов и их нестандартного поведения. В основном отчета... На основании отчета и скрытий, который составил Новембер... Можно сделать вывод о том, что органические компоненты всех подобных модулей были поражены злокачественными новообразованиями. Она пишет, что если тела полностью не кремировать, эти новообразования могут реактивировать реплик даже через несколько часов после смерти. А, это чтобы добивать врагов окончательно, я так понимаю. Мы не знаем, в чем причина этих новообразований и кого еще они поразили. Мы не можем кремировать эти тела, поскольку у нас всего два крематория, которые требуют постоянной перенастройки, поэтому мы импровизируем. Эти термитные шашки могут прожигать броню реплик и выжигать органические компоненты изнутри. Я запросил большую партию, но каких-то бумажек не хватило, поэтому придется подождать июня. Так, и она идет, получается, в слот, да? Взять, да, она идет в слот.
Мало мест. Аж три. На следующий этаж, я думаю, оставить. Какая светотень. Вот я о чем. Так, теперь. Ключ огня. О, но. А, вон. Так, что от меня хотят? Газ плюс, газ минус. Оно. Минай матрица. Понятно, мне нужно такую линию сделать. А, вот, он мне говорит, чего не хватает. Больше всего два, типа, да? Так, внимание. Чтобы избежать нанесения вреда персоналу или аппаратуры при запуске процедуры включения, всегда устанавливается правильное соотношение углекислого газа и кислорода. Некорректное снижение температуры может привести к росту нагрузки. Ага, крематории, бла-бла. Много текста ненужного, хочу сказать. Не то чтобы интересного по лору. Процедура. Если настройки выбраны неверно, автоматическая предохранительная система прервет процедуру включения. Регулируйте. Пацаны, бед. Понятно. Меньше газа, говорит. Больше кислорода. Допустим. Еще больше кислорода. Да я не хотел. Синглтон, да. Лучше всего ту. Так, это в максимум. Меньше газа. А? А в смысле, а куда я еще могу крутить? Меньше газа, правильно? Может наоборот, что было бы крайне глупо на самом деле. Давайте посмотрим. Но похоже на правду. Так, газ. Нужное положение. Больше кислорода. Меньше. Больше кислорода и меньше CO2. Меньше кислорода. Больше CO2. А, подожди, меньше кислорода. Ой, нет, нет, нет. Так, больше всего. И больше кислорода. То есть это сейчас влево начинаем двигать. Опять больше. Ух, что тут атмос. Больше. Так, меньше всего тут. Вот так должно быть верным.
Ля, красота. Ключ огня. Здорово, Шиза. Игрушка полностью вышла, да? Давно, наверное, полгода назад. Ну, несколько месяцев, во всяком случае. Так, есть ключ. Так, что у нас? Шокер. Термитная шашка. Пистолет. Огня. Глаз можно оставить в сейве. Бежали. Так, здесь еще две вроде будет, да? Нет, в следующей комнате. Так. Не-не-не, не надо. Я пошел. Оставляем наш глаз. Оставляем шашку на следующий уровень, да? А сколько у нас патронов? 4. Пора с дробовика стрелять, мне кажется. Взять. Взять. Сохраниться. Но вот тот камень, который мы взяли, он так идеально подходит, будто он должен наверх сюда встать. Мне не дало его поставить. Ключ огня. Еще один сейф. А я... Серьезно? А, я думал, меня псикстуру кинуло. О, патроны. Патроны, сторидж. Что еще? Пилочка. Нам она нужна? Возможно. Возможно, нужна. Еще патроны. Можно с пистолета опять пострелять. Я думаю, сейчас будут враги посерьезнее. Что такое? Этап пройден, скажем так. Пилочку оставлю пока. Пу-пу-пу, неспроста. Так, что у нас здесь? Перелезть. Сохраниться. А, дробовик. Дробовик-то лежал давно уже в этом. В инвентаре. Фух. Есть баги и софтлоки. А как же без них? Еще патроны на стуле остались? О, вижу. Это по-моему, хилочка. Не, патрон для дробовика пойдет. Все в стак. Так что крепись. Я думаю, кстати, оставить... Оставшую часть игры на следующий стрим. Давайте на станцию метнемся. Сколько можно головоломки решать? Сейчас поставлю станцию.